Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня печальный день, печальное утро. Проснулся я такой, подхожу к пруду, думаю, дай посмотрю это. Наверное, что-то изменилось. Ну, с прудом как был зеленый, так и остался после извести, да? Самое печальное это... Мой карп Квей умер. Один призрак, мой любимчик. Самый любимый. Карп. Толщиной он больше, не знаю, больше спичного коробка, сантиметров 6. Вот такая вот ряха. Ну, где-то 20-30, за 30 сантиметров длиной. Толстый, упитанный. Так что... Он у него даже в палец больше, в рот помещается больше пальца, толстый. Здоровый, красивый. Больше всех не нравился. И сдох. Почему сдох? Вообще без понятия. Вот такая вот рыба. Офигенная. Печально, короче. Здесь несколько моментов. Это может быть из-за того, что... Я отключил систему полностью, да? Может, из-за этого как бы кислорода стало меньше, да? Он задохнулся. Но как бы других-то нету задохнувшихся. Как-то странно. Я надеюсь, что нету больше задохнувшихся. Вот. И... Ну, просто у меня догадок даже нету. Обожрался корма, что ли, сдох? Ну... Тоже под вопросом. Так что такие вот утренние печальные новости. Ну ничего. К этому мы должны быть готовы. Это сельхоз объект. Это животные. Они могут внезапно умереть. Как и люди. Внезапно смертно. Ну, короче, будем пробовать. Вот. Бороться с зеленкой, с извести, с помощью извести. Не знаю, что из этого выйдет. Буду держать вас в курсе. Ну что, продолжается моя эпопея с этим прудом, точнее не с прудом, а теперь уже с известью негашеной. Вон малек, дохлый, уже плавает, сдох. Вот рыба здесь тусит. Рыбе плохо. Вот, добавил совсем немного. Не знаю, выживет, не выживет рыба. Но как бы... Ну. Рыба себя чувствует не очень. Совсем не очень. Буду надеяться, что она вся выживет. Ну или хотя бы что-то выживет. Потому что чуть-чуть вода посветлела. Всплыло много вон говна со дна. Вон скиммер собирает. Скиммер собирает. Вот. Но из-за этого всего как бы и что-то с рыбой совсем плохо стало. Вроде немного накинул туда извести, да, а в итоге и пруд не почистил, и рыба у меня теперь вся хреново чувствует. Один большой карп умер, призрак, который мой любимый. И здесь вот эта малышня, это она себя тоже так вяло чувствует. И штук 8 засосало через скиммер в этот в фильтр. Там пару выжило, но как бы штук 8 умерло. Короче, дела плохо. Может быть, совсем надо там по чайной ложке добавлять, не знаю. Но вот по отзывам, которые я смотрел видео, да,
по советам сделал все так же, в таком же соотношении, все так же разводил, ждал, гасил известь. Но в итоге, что есть, то есть. Вот такой результат. Что рыбе плохо, и она здесь сходит с ума. Пошел вот тут этот карп кои, который призрак, вот таких размеров, как он, они порядка 50 тысяч уже стоят рыбки. Вот, вот этот 1015. То есть очень жалко, там вон, большая комета, он тоже там порядка 10 тысяч она стоит. Просто очень жалко, блин, если они все сдохнут из-за какой-то извести. Лучше бы в зеленой воде их выращивал огромных. Да и хрен бы с ней, вода зеленая, зеленая. Но, блин, когда рыбки совсем плохо, это плохо. Вот, так что вот такие вот дела. Буду держать вас в курсе. Совсем малек тоже уже это на издыхании. Короче, буду держать вас в курсе. Здесь небольшие усовершенствования сейчас буду делать. Вот, здесь будет излив 50-й трубы до низа через тройник. Вон тройник, да? Через тройник буду вот сюда так, вот так, вот так соединять, чтобы вся вода стекала через одну трубу. И ну, чтобы она вся проходила через озонатор. Вот, попробую такую штуку. И здесь бочонок сделаю. Вот, из муфты двух вот этих штук. И сверху штуцер сделаю. И, короче, вот от этого штуцера, вот, который вот здесь будет стоять, шланг кину вот сюда. А здесь будет труба, вон, труба со штуцером. Ну, короче, попробую эту систему сделать. Будет работать замечательно, не будет. Значит, штуцера уберу, а отсюда, с этого штуцера, кину на улицу шланг. Вон шланг. И все, и не будет у меня пахнуть озонатором, озоном в теплице. Так что такие вот дела. Сегодня день траура у меня. Ну ничего. Будет урок, буду знать. Если что, подсказывать другим, чтобы не совершать таких ошибок. Так, ну продолжаю я свои эксперименты. Вот это газ, которая из этой бочки получается, баночки. Вот. Я такое сделал. Делал штуцер. И вот что получается. Вот такой газ выходит. Не знаю, что это, озон или это смесь озона воздуха и воды. Ну, то есть, может, это вода уже выделяется, но запах озона есть. Соответственно, я хочу его через распылитель, да, обратно в воду сделать, либо же, вон, уже стоит, я его воткну сюда. И тройник сюда сделаю, чтобы вот вода отсюда сливалась. И весь объем 15 кубов вот проходил именно через эту трубу. И еще раз заново повторно втягивала, грубо говоря, вот этот газ. Вот. Так что такие вот дела. Буду монтировать дальше.